И всем привет, дорогие друзья, с вами Йоникс Чат, и мы сегодня начинаем играть в Call of Duty 2. Я вроде бы играл давно, не помню, может и не играл во вторую Call of Duty на подзапись. Я такого не помню, но даже если и да, то мы сегодня начнем это делать. Значит, что нас ждет? Это окунуться в вторую мировую, по мнению Call of Duty 2. Посмотрим, что из этого у нас получится. Ну что, предлагаю начать новую игру. Сложность молодой. Москва, 41 год, зимняя война у нас должна быть. 1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. 16 декабря 41 года. Снег минус 15, 22.00. Через несколько часов я присоединился к своим товарищам на оборонительных рубежах Москвы. Немцы сейчас стоят в нескольких километрах от Москвы. Своей артиллерией они уничтожили много мирного населения и убили почти всех моих родственников. И хоть я в жизни не держал винтовку в руках, я готов учиться тому, чему должен, и буду защищать родину от фашистов. Рядовой Василий Иванович Козлов. 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Битва. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Надо двигаться быстрее, нет, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Бить в оружейную комнату. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Оружие на столе, товарищ. Давай. Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень. Теперь в другую. Нет, пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку к огневому рубежу. Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Советую целиться! Котлон! Очень хорошо! Неплохо! Очень хорошо! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Все не получится. Так, отлично. Теперь иди сюда и ударь по мишени прикладом. Хватит, товарищи. Подойдите сюда и возьмите гранату. Это же картошка, товарищ. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват?
Ага. Неплохо! Хороший бросок! Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный. Вот! Василий, за мной! Нажим. Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon im Südostsektor. Мимо нашей линии обороны, und, на юго-восток. Sie werden von Kettenfahrzeugen und Artillerie unterstützt. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны. Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Побежали. Это фашисты! У броневика! Стой! Весна придет, твой труп сплывет! Уничтожить самоходный
Вражеская пехота! Возьмем! Уничтожить самоходный миномет! Тихо, бежим, 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 бежим. Я думал, нас тут просто учат! Помни, быстрее всего учишься в настоящем сражении! Сталинград. Подрывные работы. Каланский босс 2-го. Готов помочь каждому благородному советскому человеку. Просто сложите оружие и стайтесь ближайшему немецкому патрону. Это очень просто. Доблестные солдаты Советского Союза. Спокойно, товарищ! Сейчас они подойдут поближе!
Дай ему баки. Предложим им сдаться? Сорвем их к чертовой матери! Взрывчатку сюда, скорее! Есть, товарищ лейтенант! Подрывники сюда, со взрывчаткой! Возьми! Возьми у них взрывчатку и приступай! Установи заряды на несущих опорах быстро! Дальше. Сталинград, 1942 год. Немецкие войска сравняли город с землей массированными воздушными бомбардировками. Тем не менее, в городе их пехотные части столкнулись с ожесточенным сопротивлением, поскольку на защиту Сталинграда были брошены все силы Красной Армии. В ходе постоянных боестолкновений в городе была практически стерта линия фронта. Среди руин оставалось множество укрепленных огневых точек, окруженных ничейной землей. Немецкий расчет на бронетехнику и точные скоординированные удары оказался бесполезен на узких разрушенных улицах Сталинграда. Оборона Сталинграда имеет огромное значение для всего Советского Союза. Красноармейцы будут защищать город до последней капли крови. Козлов, нужно наладить связь. Иди со вторым отрядом и устрани разрыв кабеля. Мы с первым отрядом займемся этими зданиями. Встретимся с той стороны. Действуй! Смерть необратима. Не позволяйте... Пулемет! 42-й! Фонтовый грузовик лыжников! Берегись, пулемет! Один
Это фашисты! За теми мешками! К западу от нас! Граната! Бегом отсюда! Ты куда забежишь, как ты думаешь? Почему обратно кинул? Так, ваш Маузер. Yeah!
А, нет, это КПС. Не надо туда вот это. Граната, бегом отсюда! Yeah!
начинаем.
остальные миссии мы будем выполнять в следующей части. Увидимся совсем скоро.